В Барселоне снова нет согласия. Тысячи сторонников единства страны вышли на улицы в честь национального праздника Дня Испании. Это явно не понравилось тем, кто совсем недавно голосовал за независимость Каталонии. Завязались драки. Чем все закончилось, видел Алексей Пшемыский. Барселона во флагах Испании. Тысячи людей вышли на улицы города. Они протестуют против отделения Каталонии. С самого утра люди стали собираться на площади Каталонии, где обычно свои акции проводят приверженцы независимости. Митингующие держат плакаты «Каталония – это Испания» и скандируют «Пучдемона в отставку». Мы вышли против лжи, которую распространяет Пучдемон. Его ложь разделяет наше общество. Мы должны быть едины, а не делить страну. Это отделение противоречит европейским ценностям, а мы за Европу. Мы любим Европу и хотим и дальше здесь жить. Пучдемон разрушает Испанию. Не обошлось без происшествий. К митингующим подошла группа сторонников независимости. Держа большой флаг Каталонии, завязалась драка. Однако полиция быстро вмешалась и устранила конфликт. Тем временем в Мадриде прошел парад в честь Дня Испании. Не без происшествий и здесь. Во время парада один из истребителей разбился при заходе на посадку на военной базе. Пилот погиб. Тем временем официальный Мадрид выдвинул ультиматум президенту Каталонии. У Пучдемона есть время до 10 утра понедельника, чтобы дать ответ, была объявлена независимость или нет. Если он будет положительным, то мы даем еще 3 дня до четверга, чтобы он мог отменить это решение. В ответ в Каталонии лишь вновь повторили, решение принято, но пока не вступило в силу. Пучдемон четко сказал, что объявляет независимость, исполняя волю каталонского народа, однако пока не вводит это решение в силу, чтобы дать возможность для переговоров. Рахой должен решить, продолжать репрессии против нас или начать переговоры. Если Испания ведет в действие статью 155, каталонцы будут защищать свое правительство. Статья 155 Конституции позволит Мадриду отправить правительство Каталонии в отставку, а регион лишить автономии. Если Пучдемон не ответит, Мадрид сделает это уже в понедельник. Из Барселоны Алексей Пшемыский, Евгений Каминский. Подробности телеканал «Интер».